Внимание! Вижу вражеского разведчика! Захватим цель! Спасибо, друг! Штурмовика! Мы должны защищать эту цель! Пошел! Пошел! Там их разведчик! Берегись! Там штурмовик! Осторожно, штурмовик! Мы выступаем, пошли! Дамы и господа! Мне тут патроны нужны! Нужны патроны!
кончились патроны! Вон там! Вражеский разведчик! Ну, пошли! Пошли. Смотри, граната! Свали одного! Признателен. Нужно захватить цель. Пора выступать. Разведчика неприятеля! Habsburg forces are taking our position. Захватим цель! Пошли!
Используй с толком! Это тебе аптечка! Хорошо. Цель должна остаться нашей! Ну! Захватим цель! Граната пошла! Ловите гранату! Разведчик! Вражеский пулеметчик! Вон там! Захватим ее! Давай!
Пошел! Пошел! Аптечка, подлечись! Цель, чтоб ее! Хорошо, мы выступаем! Пошли! Мы выступаем! Пошли! Ну? Я тебя заштопаю! Аптечка! Аптечка! Пригодится! Аптечка, лови! Пора выступать! Захватим цель!
Вот, лови, аптечка. Вот тебе аптечка. Держи аптечку. Аптечка! Спасибо большое. Это тебе аптечка? Спасибо. Вот, лови, аптечка! Аптечка пригодится! Аптечка, подлечись! Ранили! Я тебе помогу! Пора выступать! Это тебе аптечка? Ранили? Я тебе помогу! Аптечка, лови! Нужно захватить цель! Пошли! Это тебе... Вот тебе аптечка! Аптечка! Лови! Нужно захватить цель! Пошли!
Это тебе... Вот тебе аптечка! Аптечка! Мы идем! Все, уходим! Вижу штурмовика! Ранили. Я тебе помогу. Держи аптечку. Цель, чтоб ее! Берегись! Останови! Victory that shows the true strength of Mother Russia. But we will not stop here. We will march across the Carpathians and bring a final end to the Habsburg Empire itself. The 1916 Brusilov offensive proved to be the worst crisis of World War I for Austria-Hungary and the Triple Entente's greatest victory. But it came at a tremendous loss of life for both.